На часах 12:00. Время открывать подарки. На пороге новенького бассейна администрация города, сотрудники 35-й школы и, конечно, ответственные за строительство. Церемония проходит в рамках акции «Наши дети. Долгожданный момент. Перерезание красной ленты». Дальше экскурсия. Внутри аквазона на 25 метров, всего 6 дорожек, плюс небольшой бассейн для самых маленьких. В учебный период здесь будут заниматься школьники. В остальное время двери открыты для всех горожан. Спортивное сооружение, оно будет уверенно востребовано жителями, учащимися этой новой нашей школы. И уверен о том, что еще новые у нас появятся спортсмены, которые будут с гордостью нести звание это, ну и работать на благо нашей страны. В самом здании несколько спортивных зон, зал аэробики и тренажерный. В арсенале все необходимое оборудование. Среди сотрудников профессиональные тренеры. Есть и где поиграть в теннис. Ты должна выиграть, как же? В ближайшие выходные бассейн будет работать с 8 до 20 часов, а с понедельника до 10 вечера. После завершения зимних каникул режим работы изменится. Взрослый билет стоит на сегодняшний день 3 рубля 50 копеек, детский билет стоит 2 рубля 50 копеек. Первым нашим посетителям, кто приобретет абонементы до Нового года, будет в подарок 2 бесплатных занятия. То есть 10 занятий и плюс 2 занятия в подарок. После тренировки есть возможность восстановить силы. Прямо в здании бассейна открылась уютная кофейня-кондитерская. Любимое место обновило меню для посетителей комплекса. В скором времени в прайсе появятся даже протеиновые напитки. У нас в меню уже есть кислородные коктейли. Мы купили хорошее медицинское оборудование. Работаем на хороших оксидах, да, которые делают кислородные коктейли. Это очень полезно во всех отношениях. Бассейн – лишь часть подарка городу в этом году. Быстро растущий микрорайон нуждался в учебном заведении. В сентябре здесь открыли 35-ю школу. Уютная столовая, просторные кабинеты, оснащенные лаборатории, витаминный бар, лыжная база и даже тир. Но самое главное – современный подход к обучению. Школьное книгохранилище впечатлит любого. На полках порядка 15 тысяч изданий. Здесь же современная техника, выход в интернет и доступ к архиву Национальной библиотеки. Всего в учреждении обучается свыше 1000 детей. Среди преподавателей – первоклассные специалисты, которые находят подход каждому ребенку. Сама 35-я школа – не просто подарок городу и новому микрорайону. Она – настоящее чудо 2021-го. Благодаря поддержке главы государства и стараниям строителей, учебное заведение возвели в кратчайшие сроки. А в наступающем году бобруйчан ждет еще больше сюрпризов. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.